Только лет громыхает война, и устали от взрывов солдаты. Столько дней не стоит тишина, почернели шинели бушлаты. Столько дней и бесшумных ночей, даже собственный голос не слышно. Среди огненных дней слышно гул батарей. Ждет солдата минуты затишья, а когда наступают они, когда все вдруг вокруг замолкает, кто-то просто сидит, кто дымит, а кто спит, но кто на гармошке играет. Играет худой паренек в отсыревших сержантских погонах. Вспоминает про тот огонек, что горел в окнах дома родного. Вспоминает про девочку ту, что его провожала когда-то. Видно, верит в мечту, да еще в доброту, хоть ее на войне маловато. А гармошка надрывно поет, и мелодия птицей кружится. То заметит полет, то домой позовет, чуть смягчив эти строки и лица. Терпенья и слов, чтобы вы возвратились, ребята, чтоб не гасло в домах огоньков, не старели от горя девчата. Эх, красивый сержант молодой, вот и ты, может быть, не услышишь, как над нашей землей долгожданной весной возвратятся минуты затишья. Будет эхо войны до конца, грустной песней звучали бесконечной. И на наших устах, без спокойных сердцах, будет жить та мелодия вечно. «Свет души». Стихи, написанные 11 апреля 2009 года, на день 30-летия той страшной автокатастрофы, в которой погиб Леонид Федорович Быков. Я не верю, уже 30 лет, как услышал, что вас больше нет, но откуда-то свыси ваш свет, значит, нет. Это вовсе не нет. Я не верю, что это ваш свет. Что мне верить? Искать здесь ответ? Я вас чувствую сердцем, душой. Нет сомнения, вы здесь, вы живой. И я знаю, таких нас много. Значит, жить вам предолго-долго. И пройдут хоть и тысячи лет, не иссякнет души вашей свет. Сейчас прозвучит, вернее, фрагмент из стихов военного летчика, полковника запаса
за спиной которого 7 лет афганской войны, более 2000 вылетов, боевых вылетов. Александра Пашковского, город Кременчуг, Полтавщина. И стихи, посвященные фильму «Бой идут не старики», и фрагмент посвящается девушкам-летчицам. Пилоты, хрупкие девчата бомбардировщиков У-2. Днем засыпают сном солдата, упрятав в шлем бюстгальтера. Им нипочем мужское бремя самолетом заносить хвосты, но только лишь в ночное время, когда мужчины видят сны. Им 2x2 сонет Шекспира продекламировать шутя, им бы рожать, дожить до мира. Но, увы, увы, на всю судьба, и смерть достанет, как нарочно, того, кто вот уже нашел, кому себя доверить можно и с кем по жизни бы прошел. 2 обелиска на опушке, 2 Рафаэлевых лица, их недоиграны игрушки, их недолюблены сердца. Еще стихи, посвященные Леониду Федоровичу Быкову, присланные по интернету на сайт памяти Леонида Быкова. Называется «Леониду Быкову от благодарного сердца», читает Юлия Чичко. Автор Иван Болото, ник на сайте. Звучат с небес живые ноты, на струнах совести звучишь. Войны не кончены полеты, ты от винта опять кричишь. Дойду ли грешный до Голгофы в пределах грешной суеты? Спою ли я живые ноты, взращу ли подвига цветы? Твою б неумную улыбку и юмор ненависть к смертям, мне бы осиновую скрипку, чтобы сыграть пике чертям. Какие ж были рядом лица, найти ли их теперь верней? Летят над тьмою души птицы, ты впереди лихих парней. Какую боль в себе хранил в себе ты, ты правдой кривду покорил, ты показал цену победы и в кинозал заговорил. Ты простотой достиг величия, и Бог твой подвиг увенчал. Ты обелиск над безразличием, молчанье, как запрет речам. Кто вспомнит нас осиротелых? Чем мы сироток просветим? Дотянет ли кто новых смелых? До Леонида ли долетим? Дай доползти нам до Голгофы, а соколята долетят. Молитвы Бога Саваофа лишь для тебя, как говорят. День Победы. Все вместе поем в этот светлый праздник жизни. День Победы, как он был от нас далек, как в костре по душе таял уголек. Дни и ночи обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день победы ворогом пропал. Этот праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ночи у барденовских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы ворог отпропал. Этот праздник сединой на листа, это радость слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Дни и ночи обгоренные были, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Ворогам пропал, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы. День победы! День победы! Мы хотим предоставить микрофон этой женщине, которая работала на студии Довженко с Леонидом Федоровичем Быковым. Я женщина, которая работала на студии с Леонидом Быковым. Очень чудесный человек был, положительный такой, очень умница был. И с рабочими обращался очень культурно. Замечательный человек был, очень замечательный. Что могу сказать? Что хороший, то был хороший человек. И умница с ним. Ко всем на студии актерам подойдет, поговорить как человек, обсудить, как нужно, что нужно сделать, как аккуратнее сделать. И все слушали его. Очень хороший человек был. Его я не сравню. Там были люди, но его тяжело. Он очень был хороший человек. Все. Я могу это сказать. На что? И я снималась на студии. В картине в одной снималась. И многих картинах было. И даже есть фото, которое на студии я была сфотографирована, чтобы всегда брали меня в съемки. Вот такое могу еще сказать. Больше. Чего не было, то я не могу сказать же, не могу. Леонид Быков – это чудесный из чудесных людей. Поговоришь с простым человеком, культурно, обсудить его. Все, положение, успокойтесь, если вы что-то рассердились или не в силах рассказать свое, успокойтесь. Он всегда очень положительный был, чудесный человек. Мы заканчиваем нашу программу. Еще несколько песен, но перед этим мы представимся еще раз, потому что начинали с этого и люди менялись. Я еще раз представлю нашу дружную команду. Мы представляем сайт памяти Леонида Быкова. У нас в гостях модератор сайта Наталья Малахова. Город Москва специально сегодня. Сайта уже несколько лет. Несколько слов она скажет. Еще раз всех с праздником. С Днем Победы! Клуб киевских поэтов, сайт памяти Леонида Быкова. Юлия Осадчая Чичко. Автор уже нескольких десятков стихов, посвященных Леониду Быкову и его фильмам. Так, клуб киевских поэтов Николай Иванович Колесник. Тоже автор стихов, посвященных Быкову. Для вас сегодня замечательно читала стихи актриса театра Анна Задерей. И музыкальное сопровождение исполнения песен Андрей Вендичанский. Песня «С Днем Победы, маэстро» тоже написана к сегодняшнему празднику и посвящена Леониду Федоровичу, этому месту, этому памятнику, одному из любимых памятников города Киева.
считают за честь к вам прийти ветераны и летчики, а цветов столько просто не счесть. И в слезах здесь седые полковники, и ложатся цветы без конца от ребенка до деда седого, от Джульетты, что возле венца, и Ромео ее молодого. Как мы любим бывать с вами здесь, это место в народе свято. Здесь маэстро поет, здесь маэстро поет, здесь маэстро поет свою песню. Будем жить, будем жить, будем жить, говорит нам ребята, чтобы благословили на жизнь, как в том фильме, что вы нам поставили, чтоб любили друг друга всю жизнь. Продолжение, чтоб ждать не заставило, и потом через несколько лет к вам придут и девчонки, и мальчики, будут вместе встречать здесь рассвет. А парней ждет не барабанщика. Как мы любим бывать с вами здесь, это место в народе свято. Здесь маэстро поет, здесь маэстро поет, здесь маэстро поет свою песню. Будем жить, будем жить, будем жить, говорит нам ребята. Здесь маэстро поет, здесь маэстро поет.